К роднику, расположенному у деревни Чепчиха, местные жители пробирались сквозь ветки деревьев, заросли кустов и грязь. Но скоро все изменится. На днях сюда пришли строители. Значит, будет выполнено, сделан мостик, под мостик, чтобы удобно было тару снизу ставить, не держать в руках при наборе воды, и стол для тары, ну, то есть дополненный и пустой. Благоустройство родника проводят в рамках муниципальной программы. Местные жители довольны и с нетерпением ждут окончания работ. Вот сейчас даже люди приходили, интересовались, что мы делаем, как делаем, и высказали свои небольшие пожелания. Мы постараемся их, конечно, учесть. Я восхищен, потрясен и даже и не знаю больше, умилен. В этом году на территории городского округа Солнечногорск в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда» благоустроят 4 родника. Аналогичные работы уже ведутся на роднике в деревне Сестроречье. Анастасия Николаева, Дмитрий Кузякин. Наше время.